Сотрудники холдинга «Сибзолото» достойно выступили на празднике спорта и дружбы. Особо отличилась артель «Ангара-Север», которая сумела одержать свою 7-ю командную победу и завоевать переходящий кубок. Заслуженное признание получили и спортсмены артели «Сисим», установившие новые рекорды и представив отличную команду армрестлеров. А постоянное присутствие на пьедестале победителей акцентировало их высокую планку профессионализма. Отдельного упоминания заслуживают девушки-участницы, успешно выступившие и проявившие себя в официальной части соревнований. В целом, старания и талант сотрудников холдинга «Сибзолото» сделали событие ярким и запоминающимся. И успехи были, и немало. Отметим значимый успех механика из Хакасии Константина Бовина, который преодолел рубеж мастера спорта в 400 килограммов в силовом двоеборье. Также выделим результаты ветеранов-старателей и достойные выступления студентов-практикантов из всех команд. Особое восхищение вызывает студент СФУ артель старателей «Ангара-Север» Алексей Анциферов, победивший в армрестлинге и в своей, и в абсолютной категории. Хорошо, что молодое поколение вступило в борьбу за медали «Сибириады». Мы ждем новых достижений и установления новых рекордов. Вперед, спортивные династии! Закончится 25-й турнир юбилейный «Сила дворов» в городе Ростов-на-Дону. Моя игра, и я передаю эстафету «Сибиряде» номер 11 Красноярск-на-Мане. Друзья, привет из Ростова! Успехов! Удача вам не нужна, потому что вы поднимать будете, а не в карты играть. Всех крепко обнял! Всем здоровья! Пока! Весь день творила радость народная дружина и наш друг Андрей Иголкин из группы «Яхонт», гиревики и девчата с зажигательными танцами из Шалинского дома культуры. Все старались создать уютную атмосферу, и праздник удался. Достойно потрудились и повара, и охрана, и спортивные медики. Благодаря их профессионализму каждый получал быструю и эффективную помощь. С победой команда артели «Ангара-Север». Мы благодарны всем ее членам за их упорство, трудолюбие и волю к победе. Мы все будем работать вместе, чтобы достичь новых высот. Спасибо всем участникам этого замечательного события. Вы настоящая семья, объединенная общими целями и любовью к спорту. Ждем всех на 12-й Сибириаде. Давайте сделаем этот праздник еще более ярким и запоминающимся. Удачи всем и до скорой встречи!